Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, но очень маленькая переплата по займам. четырнадцатого февраля в 3 часа ночи на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании Дома культуры села Межигей Тандинского района. Для ликвидации пожара были привлечены силы и средства 4 пожароспасательных частей по охране района села Балгазын и из 2 пожароспасательных частей по охране Кызыла. Также задействована добровольная пожарная дружина села Межигей. Пожар ликвидирован. Переход огня на другие объекты не допущен. Пострадавших нет, сообщил с места пожара заместитель начальника главного управления МЧС региона Владислав Солонцев. Для установления причины пожара из Кызыла в сельское поселение прибыли эксперты испытательной пожарной лаборатории Тувы. Более 860 семей получили право обзавестись собственным скотом. Социальный проект «Корова-кормилица», инициированный главой Тувы, стал большой поддержкой для малоимущих и многодетных семей. Если на первых порах он вызывал некоторые сомнения, то в настоящее время стал одним из востребованных и успешных проектов. Он оказывает адресную помощь многодетным семьям с 5 и более детьми, которые получают корову с теленком. Участники проекта определяются на сходах граждан, а через 2 года они должны передать следующему участнику телку. Так продолжается доброе начинание. Реализация проекта началась в 2016 году, с тех пор в нем участвует 869 семей. В Пехемском и Тандынском районах реализация проекта «Корова-кормилица» проходит довольно успешно. Участники, получившие в рамках проекта корову, выполняют все условия. Строят крытые загоны для скота, заготавливают корма, своевременную помощь молодым семьям оказывают социальные работники и ветераны. Одним из важных аспектов является метка животных. Теперь у коров есть свои сережки. Достижениями проекта можно считать то, что животноводы в летнее время готовят из молока питательные продукты – сметану, творог, сыр. Руководство компании «Межигей уголь» приняло участие в инициированном главой Тувы Шалбаном Караолом проекте «Социальный уголь». Предприятие безвозмездно передало жителям села Кочетово, в окрестностях которого ведет добычу, 300 тонн угля на отопление. По решению администрации села уголь распределен среди многодетных и малоимущих семей. По 2 тонны получили семьи с доходами ниже минимального размера оплаты труда, остальные – по тонне. В общей сложности бесплатный уголь отгрузили 189 подворьям в Кочетово. Губернаторский проект «Социальный уголь», напомним, направлен на поддержку самой уязвимой части населения Тувы – многодетных, где в семьях 5 и более детей, чьи дома не подключены к системе централизованного отопления и обогреваются печами. Впервые в Туве пройдет автомногоборье среди подростков. По инициативе управления ГИБДД региона, а также при поддержке Миндортранса и Миноборнауки, 21 февраля в Кызыле состоится первый республиканский чемпионат по юношескому автомногоборью. Главные задачи соревнований – пропаганда безопасности дорожного движения, физической культуры и здорового образа жизни, профилактика детского травматизма на дорогах и воспитание законопослушного участника дорожного движения, а также привлечение внимание юношей к техническим видам спорта. Соревнование в формате личного и командного первенства пройдет среди юношей в возрасте от 14 до 17 лет. Конкурсная программа чемпионата пройдет на базе Кызыльского транспортного техникума. Подросткам нужно показать свои навыки, в первую очередь по знаниям правил дорожного движения, по скоростному маневрированию. Кроме того, в рамках чемпионата пройдет и автоэстафета. Для участия в чемпионате руководителям команд необходимо направить заявку в оргкомитет в управление ГИБДД республики или же позвонить по телефону 8-394-22-5-66-15. Победители будут награждены кубком чемпионата, дипломами, ценными призами, а команда-победительница будет удостоена права представлять республику во Всероссийском чемпионате по юношескому автомногоборью, который состоится в апреле 2019 года в Екатеринбурге.
Правительство России с 1 февраля 2019 года на 4,3% повысило социальные пособия и компенсации ветеранам, инвалидам и гражданам, имеющих детей. В прошлом году эти выплаты были проиндексированы на 2,5%. Соответствующее постановление подписал 24 января 2019 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев. В нем отмечается, что социальные выплаты и пособия будут проиндексированы участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, героям России и социалистического труда СССР, полным кавалерам Ордена Славы, ветеранам, гражданам, имеющих детей, инвалидам и гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. Будут повышены выплаты при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также компенсации на похороны. 25 января вице-премьер правительства России Татьяна Голикова уточнила, что с 1 февраля будут увеличены размеры ежемесячных денежных выплат и ежегодной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Также вырастет размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. И о курсах валют. Доллар стоит 65 рублей 68 копеек, евро 74 рубля 38 копеек. Весна не за горами. Время обновлений. В магазине «Мебельный рай» большое поступление. Новая коллекция эксклюзивной мебели от бренда «Любимый дом». Вдохни в интерьер новую жизнь. Улица Магистральная, 26, торговый центр «Арбын» и Калинина, 25. В Тувинской республиканской специальной библиотеке в 2018 году появилась услуга удаленного доступа чтения аудиокниг на тувинском языке для незрячих и слабовидящих читателей. Теперь же аудиокниги можно слушать и с помощью приложения для смартфонов. Пользование онлайн-библиотекой «Логос» и скачивание аудиокниг для зарегистрированных пользователей бесплатно. Для того, чтобы пользоваться полным функционалом не только слушать онлайн, но и скачивать понравившиеся книги, необходимо пройти процедуру регистрации в Тувинской республиканской специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. И в течение суток читатель получит на e-mail подтверждение регистрации с паролем доступа. В онлайн-библиотеке можно найти книги и на других языках народов России. За консультацией можно обратиться в специальную библиотеку по телефону 60574 или по адресу город Кызыл, улица Кичиола, дом 5. В рамках Дня российской науки, которую проводит научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления республики, в Шагонаре организована встреча с учеными-медиками республики, которые занимаются исследованиями в важных для Тувы направлениях сферы здравоохранения. Кандидат медицинских наук, главный врач республиканского наркологического диспансера Ирина Бадыргы с докладом «Этнокультурный аспект формирования алкогольных расстройств», в ходе которого рассказала слушателям об особенностях развития алкоголизма у лиц
лиц тувинской национальности в сравнении с лицами русской национальности. Кандидат медицинских наук Лариса Кулар, которая в своем докладе рассказала о проведении и результатах диспансеризации населения республики, в частности, Улухемского района. О состоянии здоровья населения и факторах риска, которые оказали влияние на ухудшение здоровья людей, научный сотрудник НИИ Мария Наксыл, которая рассказала о работе Центра народной медицины, где практикуют врач-гомеопат, иглоукалывание, мануальная терапия и другие. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные, удобные условия по займам. По республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 30, минус 32 градуса, днем минус 17-19 градусов.